Распределение финансов с помощью блокчейн. Депозитарный траст и клиринговая корпорация объединились с IBM для защиты 11 триллионов долларов. Такую технологию использовал стартап X-Core, чем и привлек в прошлом месяце 18 миллионов долларов инвестиций. В течение следующего года партнеры совместно будут работать для обработки блокчейн-операций по распределению финансов в другие компании по всему миру.